Угу. Всё, запись пошла, Палыч. У меня тоже пошла. Ну ладно, пускай две записи будет. Окей. Это как гляну кое-что. Все вроде нормально. Ты-ри-ри. Ну, создавай. Так, ну давай, короче. Я играть не умею, я буду просто тупо комментировать и ржать. Окей. Давай в пешку. Нет, ну ты это, хоть это, такое управление такое... Знаешь, хоть знаю, да. Там, да, короче, на Б, по-моему, бить, на А пас, и там что-то какая-то фигня. Ну или наоборот, я быстро сориентируюсь. Ускоряться, знаешь, как два раза вперед. Приблизительно, да-да-да. Ну я без ускорения добегу как-нибудь, да. Ладно, короче, начинаем так. КВН. У нас с тобой мастера же как-то. Подожжешь с этим, Аки? Может, подожжешь с каким, а? Тут, блин, ну я еле освободился. Так, у нас кто мастер? А, вот мастер. Так, стоп, мастера у нас должны быть, да? Сразу. Да-да-да. Здорово. На старт, да? Кирпич, кирпич, ну, блин. Ау. А мини-пазл хотя бы постараюсь освободиться. Ну мы сейчас сыграем, мы и все. Я больше кирпича трогать не буду. Ну че вы какие, блин, Ну, мне реально было тяжело собрать этих всех вас. Прям подождите сейчас, секундочку. У нас арена Технос, по-моему, да. Ага, давай. Так, я слева, ты справа? Ну, пей, можно даже в пол. А, так, ты сиреневый, я зеленый. Дупи. Ну, сразу сыграем, и чё? Опа! Смотри-ка. Сыграем, и чё? О, первый гол за мной, значит, кирпич меня сделает 28-1. Все, я понял. О, там и те кто-то играет. Это мы играем. Да. Кирпича ждём пока полчаса. Пока полчаса. 1-1. Так, ладно. Кирпич просто в шоке был, что я даже еще умею бить поворотом иногда, поэтому пропустил один гол. Где суперудар? Так, ну ладно. Это пока еще не 3.28. Опа, я тебе пизделей дал. А я тебе пизделей дал. Пизделей. Оп. Их сразу двоих. Как-то так. Нечестно. Вот тебе. Получи. Знаешь, ну не надо, ну не стукай. О, да есть. Ну не надо. Шиема. Я думаю, сейчас газолетит. У меня с компьютером такой где-то штук 20 занимает, взлетает. Главное, как можно побыстрее пробить, а там залетит, не залетит, пофигу. Здесь еще, кстати, приключения долбанные вообще, кстати. Вахма и то лучше приключение. Кто там заходит, кто там нам мешает. 3-3. Ну да. У нас тут много голов будет, я чувствую. Потрем. Зачем потрем? По четырем. Так, кто первый, кто второй? Я первый. Кирпич второй. Сейчас он меня забьет, да. Как все быстро происходит. Только что было 0-0. У кого там дети? Не. Понятно, так. Я. Вот только дети. Ай, блин. Да. Попал. Игнигол, как так? Как так? Это читерство. Чего делать? Я не знаю, что мы делаем. Мы играть не умеем. Я записался просто пожать. Мы оба плохи. Особенно я. В этом плане. Да? Да чё? Чё за затяжка времени-то намыло вообще? Это чё за фигня такая? Блин, я не успел тебя уебать. Чё за хрень? О! Спасибо. Да не за что. Обращайся. Как ты? Еще раз спасибо. Центурион достал смотреть на этих нубов, короче, он ушел. Нет, у меня просто доступный мяч стоит, поэтому я могу смысл смотреть. Надо поближе подходить. Поближе есть больше шансов того, что я тебя забью. Меня уебали. А что, сам себе не забил? Да вот не хочу. Блин. Хотя.
вчера с Пандычем эпичный просто гол получился. С кем? Само себе. Да, с Пандой вчера. Просто так ты играли, что ли? Семей. А, в смысле, да, это, в НХЛ, что ли, играли? Да. А, я думал, вы, он в ОК еще тоже играет, думал, ни хрена себе. Опа, я забил. Ай. Еще даже не слишком позорно проигрывать 4-6. Ты участвовал там в прошлом сезоне или где-нибудь еще там? Или первый... Не, ну я так, товарники гонял немножко. Ну ты поопытнее, чем я, конечно, так что меня можно проиграть, но не сильно. Так. Полностью, кирпичи очень уверенно двигаются. А? Кирпичи вообще не двигаются, их кладут. Они стоят очень долго, держатся. Ах ты, ух. Хорошая, говорит, игра хоккей. Ешь человеку плюшкой по голове со всей дури. Да, это всего 2 минуты дать. И никакого уголовного преследования. Ах ты ж. Да, это было внезапно. Да, те, кто не понял, того поправят кирпич. Да. Да, блин. Я не знаю, что я нажимаю, короче, я постараюсь отбивать. 4-8. Так, ну ладно, мы еще прорвемся, это еще нет, не финал. Так ты же сказал то, что ты слева. Да, ну я проигрываю. Ну он слева получается. Ты что, Калаш проигрываешь? Я играть не умею. Меня Мафут заставил вот играть. Меня чуть РВД не забанил. Как ты не пропустил? Слушай, как в крестном отце, говорит, он сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Вот примерно так и было. Как так? О, получи пиздюлей, получи пиздюлей. И как ты поймал такой суперудар? А! И как ты это поймал? Это еще не суперудар был. Это был просто чуть-чуть удар. Да. Ах ты ж читер. Ах ты. Нет, ну все равно ты играешь хуже, чем Ромарио, да. Ромарио мне вчера просто изнасиловал. Я согласен. Ромарио мне изнасиловал вчера. Опа, опа, что ты ставишь? Это мстя за баскетбол. Да-да-да, Ромарио тоже очень вспоминал баскетбол там, короче, походу. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, не успел. Ну, а хоть людей получил, когда сбивал. Гол 5-10. Ой, ты всего лишь 2 раза ты меня выигрываешь. Ты всего лишь 5 голов. Ты что, супер делать не умеешь? Я ничего не умею. Я ничего не умею, отстаньте от меня, я просто играю. Я им с памяти прыжки не умею. Ах, ты сейчас ударишь. Нет. Переведешь. Выдохся. Ах ты, шахтыш, шахтыш, шахтыш. Шахтыш, нет, шахтыш это транзистор. Так, опа, опа, а я не дамся, я не дамся. Опа, 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 опа. Опа, 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 опа. Отдай, отдай. Опа, видишь, как технично был, я ушел от тебя. А ты думал, ну, я еще такой игрок, я и тут буду еще всяких убирать лет через 15. Сейчас, я не за енота подпалил, он победил. Енот победил. Но? Енот играет в хоккей? Он не отыграл в хоккей, хотя с тяжелым трудом. О. Не трусь, давай пас. Опа, кому-то пизделей дал, ну и хорошо. Он говорит, что у него аж пятки спотели после такой игры. Так, ничего, прорвемся. О, почти пробил. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Надо думать, что делать, что делать. Эх, промахнулся. Оп. Эх, я же рассчитывал на своего дать. Так, ну ладно. Пока что не сильно позорно. Моя задача была проиграть пока что не больше, чем минус 10. Пока что минус 6. Я иду по нормальному, так проиграю минус 9. Так. Как так ты отбил? Опа.
Опа, 7-12. Ну ничего, зато такая техничная игра. Тут не проводится конкурс на лучший гол, там, например, вдруг я победю. Опа, видишь, как куда? Интересно. Говори. Интересная игра без супров. Как ты вообще говоришь, что интереснее, если ты вышел, даже не смотришь? Я смотрю. А ты все-таки тут, да? У нас? Ага. Блин, смотри, сейчас. Делал супер, тут дочистил. По паузу нажми, пока тут пришли ко мне, блин. Нажал. Давай, сейчас я. Ага. Давай. Ой. Я не знаю, с каким счетом проигрываю, но где-то что-то в районе минус 6 сейчас я проигрываю. Или минус 5. Ну, если бы ты делал супер, то... Да надо еще учиться, я зарегался так чисто посмотреть, что за игра. Ну, я уже могу сказать, что в этом, в отличие от Go 3, хотя бы играть можно. То есть в этом, в отличие от Go 3, можно играть, да? Да, Go 3 играть невозможно, там только можно ползать по полю. Это мое мнение, имхо. Я ожидал совсем обратно мнения. Нет, и какие еще можно играть? Там хотя бы понятно, где что, правда, управление все равно говно. Ну то есть, тут если бы ты играл против Ромарио, он просто убил бы тебя супер. Почему, если бы? Сделать. Я вчера играл против него там в товарнике. И как он? Ну, там что-то на 27, на 26 шайб у меня делал. С разницей такой. Ну да. Ну, Ромарио один из сильнейших. Он чем только не спал. Еще читерский удар, когда накидываешь и просто забиваешь. Вот тебя при этом по вратарю. Вратарь не может, просто ничего не может делать, когда шайба залетает. Угу. Понятно. Пошлите со мной потом играть. Че? Со мной хоккей кто потом будет. Имени батла. Давай я с тобой сыграю. Че, я не умею играть. Как ты не умеешь играть? Вот мне лучше с каким-нибудь нубом сыграть. Таким же, как я, в хоккей. То я не умею. Да я знаю, какой ты нуб, допи, ты чё? В смысле, какой? Я второе место только занял эту дворовой лиги. А я понял, занял выше лиги. Да вышки, а я в дворовой второе. А я девятое место в НХЛ. Ну давай сыграем что-то. Давай, только я давно не играл. Я тоже. Пошли сейчас сыграем. Быстренько. Пока. Сюда. Пока там кирпич освободится. Да. Кирпич, пошли. Ты где? Ром какой сервер. Давай NSTM 01. Давай 01 на сервер. И Moldland. Почему-то именно этот сервер Рок все хорошо работает. Эх, я... Кто там еще у нас в РК есть? По-любому, наверное, какой-нибудь Мемори, да? Есть Мемори, тот у нас в РК. Мемори... Так, я там. Давитель. Сейчас я зайду. Котикс. Липецк, Рик. Что? Эх, я. Цент, тебя когда-нибудь на работе доводили до белого коленя? Да, каждый день. А, ты поэтому каждый день бухаешь. Понятно. Я тоже сегодня. Я говорю, Ну ладно, часто. Тортой. Меня тоже довели, короче, в последнее время я сейчас тоже бухнул. Ты тебе сказал, что я каждый день бухаю. Ну, там просто, ну, я ни в коем случае ничего не говорю, просто уже там даже какие-то статусы были, что там типа 8 дней в неделю, поэтому я так и выразился образно. Ну, это был бы прикол, чё. Ну, понятно. Палыч. Я понял, что это прикол. Ой, у нас вот кирпич, вот помню, одно время, когда группа была по АКМ тоже, выставлял фотографии. Просто понимаешь, у меня 4-дневная неделя, то есть у тебя работает 4 дня в неделю и 3 дня выходных. Эти 3 дня выходных я бухаю. А у тебя 4 дня в неделю, это потому что удлиненный рабочий день или просто потому что это какие-то там сокращения, еще что-нибудь? Нет, просто 4-дневная рабочая неделя. Ну, после его золота нет денег платить за пятидневку. А, ну все понял, то есть у тебя там все по-нормально по 8 часов, плюс час обеда и как бы так, да?
Ну, просто не хватает ни денег, ни зарплаты, чтобы платить работникам, поэтому 4-дневка. У нас на УАЗике, короче, это тоже часто в январе или на феврале, там на месяц или на два всех вообще в отпуск отправляют. В отпуска там за минимальную какую-то оплату, и все, блин, и народ ставит. А, ну, этот... Там бухать, это же как вы, мое личное дело. Ну, допи знает, что такое у вас, наверное. Кирпич, ты где? О, ты здесь. Не вовремя. Кто не вовремя? Так, у нас... Да, я на мину наступил. Ну что, ноги-то целые? Как раз когда супер у меня летел. А, ты образно. Да. Так. Какой супер? Палка Палыч, ты из Ульяновска, да? Да. Есть такой косяк. Нас много чувствую. Так, я на связи. Ура! Все, я готов. Да, пей. Блин, вот как всегда. Придет какой-нибудь, да? Нажимай, Палыч. Все, нажимаю, да, гол. Че? Тебе какой эмулятор? Так, слушай, можно я на секундочку еще на паузу нажму, звук погромче сделаю? Давай. Что-то у меня звук сбился. Сейчас. А, у тебя, разогнанный надо? Угу. Кирпич готов? А то я тебя тут забиваю. Да? Все, нажимаю. А то у меня что-то звук сбился. А я что-то думаю, я тебя тут забиваю, голы. Ах ты. Думал я тут тащер, нормально, все, сейчас я зайду тогда. Я тоже так думал, когда первый раз фифу, как первый раз в жизни фифу запустил, думал, как я круто играю, оказалось, что это комп против компа был. Все, давай. Ой. Опа. Че вообще происходит? Какой? Какой там счет был? Нахер знает. Блин, а почему у тебя шайба? А-а-а. Ой. Не бей по голове бандану по мне. Подожди, я сейчас звук убавлю. Есть. Быстро. Пробил насквозь. 9-13. Ну, есть, конечно, шансы, но все равно маленькие, не особо большие. Ай, блин. Его. С такого угла, о, ну это, конечно, да. Жесть. Как так, я не попал? Ну не надо. Ну не надо. Слушай, ты давай играй, ты сейчас тебя это вставлю, потому что проиграешь. Со счет с таким разгромом вел, да? Ну ты просто это... Эх ты, надо было поближе подойти. Обидно? Обидно. Я куда он пошел? Ладно. Да что ж... Что ж вы, люди, делаете-то, а? Ну будьте ж вы людьми. Так, где у меня защита? Где у меня защита? А защиты нет. Бляха, муха. Да, ну ладно. Гол. Ну я борюсь. Ой! Ну это на тебя нормально так прессинг пошел. Горяченько пошла. Да ну я тебе дам тут бить меня. Лилей давать. Покажу кузькину мать. Промахнулся. Да, ну это я, конечно, тупил. Уже там какой сейчас счет? У нас 11-15. 2-5, точнее. Ну да. Как я не попал с такого острого угла? Естественно, где у меня все? Блин, не угадал. Эх, а была надежда, я что-то минус 2, что все проиграл. Ух ты, чуть не взлетело. Обидно. Ай, да, ну не надо.
Ну не надо. Надо, Федя, надо. Почему, почему компьютер такие заглядает, а тебе нет? Почему, скажи мне. Зашибись. Так, ну ладно, я свапаю тогда. Блять, да, давай. Извините, у меня мата много. Так, один, два. Профессионал просто уже. Так. Слушай, я тебе всего минус 4 проиграл. Ого. Значит, я не такое дно. Тачик, я второй, да? Мастера, да? Все. Так, арена Никитсу. Да. Ну, мы же первый тур играем, я же это пока только начал. А. Я ж, ты мне быстренько это... А, да, выбирай средненькую, да. Да. Так, вроде я пил. А промахиваешься ты. Фу. Я давно очень в хоккей не играл. Опа. Блин. Я последний раз играл на севере Ульяновска. Я даже, по-моему, там гола 3 умудрился забить. На коньках хоть еле стою. Блин. А может это преимущество второго пада? Ну, блядь, чуть не прилетался к вообще. Да я вообще давно, я думал, блядь, сейчас вообще разнесешь. Я даже думал, ничего не помню. Вроде. Пока нормально. Всех вырубил. Так, стоп, где я вообще все? А, вот че. Так, иди, иди, чудо-трава. Пусти меня. Так, тактические какие-то ходы. О. Так, я что-то ворота расступил, непонятно зачем. Че делать, блин? Вот это срань. Сейчас будут как центр ругаться. Да как так? Как так? Как так? Зачем я пробил с такого, с такой дистанции? Хуй знает. Зажали в коробочку. Полна моя коробочка. Я почти тебя обвел, я почти тебя обвел. А ты меня взял, отнял, так паразит. Где, где все мои, где? Чего не защиты нет? А, блин. Ладно, хоть кому-то пиздюлей дал. Нет, вот это было круто, да, чувак, круто, да. Молодец. Это уже просто скилл сказывается. Это я на бум играю просто на шару, а ты прям скиллистый. Опа. Ох ты. Это случайно получилось. Прикрыл. На пятачке, да? А чего он руку что-то не выставил у меня? Ну ладно. Так, это было здорово, 3-3. Бодаемся, бодаемся. Ай-яй-яй. Спокойно, спокойно. Двоёбок. Так, стоп, где, где шайба, где шайба, где шайба? Так, чё-то я шайбу потерял на время. Вот она. Так, а где защита? Где защита? Стой, заяц, стой, беги, заяц, беги, заяц. Сейчас. Ну хоть что-нибудь, что не было просто. Так, какой счет, я уже забыл. 4-3, пока ты я веду. Ты видишь? Это случайно, пока что. Опа. Опа, 5-3. Ни хрена себе. Отбил, отскок. О, не едет. Я почти перехватил. Так, стоп, я что-то защитником управлял, надо было вратарем управлять, ну ладно. Так. Опа, опа. Хватит бить моего вратаря. Ну блин, я люблю бить вратарей, центр мне. Так, защита, защита, где моя защита? Ты меня что-то своими движениями назад, мои защиты отпугиваешь. Блин, а ведь надо было все-таки не пропускать, ну ладно. Ах ты паразит, ах ты паразит. Эх, коньком. Опа. А, точно, даже пас можно. Пас, да, ну короче, на... а, там пас, короче, по-моему, идет. Я не знаю точно, я просто прикидываю на бум.
где монитор, блядь? Блин, что делать, что делать? Меня прессингует. Слишком долго. Вау, первый период жизни, который я выиграл у живого соперника. Да, тяжело FPS пакет. Ходу, пробел. Ну а что делать, надо что-то пытаться. Я тебя не введу. Блин, ой, ни хрена себе, чуть на пустом месте гол не пропустил. И сейчас чуть на пустом месте гол не пропустил. Так. Я тут просто походу учусь кое-каким вещам, и тут кирпич что-то подсказывает. Да нет, тут смотри, ты на ускорение тоже бегай, все-таки да. Это как-то оно... Я бегаю, что-то меня тут зажали, не дают. И маневрировать проще. Вот смотри, допустим, на ускорение два раза вниз нажмешь, он пятака завернет. Блин, чё, по шайбе попасть не могу. Как так? И не гол. Да неужели задел? Ёбнул. Так, слушай, я прямо это... Волну поймал, 8-5. Уже будет не позорно проиграть. Так, так. Да как бы вообще, размен не случился. О. Так, сейчас ты здорово сыграл, да. Я тебя пару раз просто удачно подловил на отборах. О, вот сейчас я провалился сам. Здорово, вратаря подстраховал. Так. Если еще пасы оказывается эффективные. Так, короче, всем людей дали. Чтоб чужие боялись. Как он не забрал шайбу, блядь, это пиздец. Что делать, что делать? Кому поздавать? Кому переметнуться, на какой ресурс? Так, кто-то получил людей. Долго думал. И это не гол! Вот это да! Опасно, 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 опасно. Чё ты меня там догоняешь? Так, это было здорово. Молодец. Так, 7-8. Я тебя хвалю, как будто я такой мастер реке. Опа. Блядь, заебай, припинец. Я не умею играть, как я. Я не умею играть, я играю первый раз практически. Сотрут, ебаный. Есть. Я сколько не играл, я больше года, наверное, не играл. Я 30 лет не играл, будем так говорить. Я 30 лет не был на ипподроме, друзья. Я же тебе сказал, занял второе место в этом, и все. В городском чемпионате по ике среди двух человек. Так смотри, ты мне дал пас, и я не забил, здорово. Че? Палыч. Че? Да-да. Сколько у вас там еще? Нам период с небольшим остался. Вот за эти. Остался один период и 9 секунд. Опа, а ведь мог и забить, а ведь мог. Сейчас за 2 секунды ничего не сделаешь. Так, все. Плюс 3, у меня даже есть шанс проиграть меньше, чем я проиграл в прошлый раз. Ты выигрываешь вообще? Это случайно пока. Я не могу уже 3 периода вести. Опа, сейчас я с дурца проиграл, конечно. Ага, молодец, здорово. 10-8 это мое пока. О! Начало удачное пока что. Я даже не обрез на свои ворота не организовал. Как так? Ладно. Ты меня достаешь. Я там тоже практически камбэк совершил в прошлом матче. Ой, я вот одну штуку вспомнил. Прикольную. Сейчас попробую. Обошел.
Обошел, но это я просто... Ёх, ты всем дилей дал. Всем дилей дал. Блин, и сравнил счет. Экшн. Аспенс. Как так? Как я промахнулся? Опа. Ай, блин, ты перехватил. Да. Вот, забивай. Есть. Так, ну еще я держусь. Давай. Всеми палками получим вперед. Палки, палочи, мир, объединяйтесь. Нет. Так. Супер. Так, это я зачем-то не сделал, непонятно чего. 11-11. Трешак. Куда я пошел? Зачем? Меня там лупит. Опа, ты выходишь вперед. Я не сдаюсь, я буду биться. А что вы делаете, блядь, а? Опа, у нас 12-12, у нас экшн. У нас вообще тут жесть идет. У нас тоже. Ну у вас не 12-12? Нет. Я промахнул, сейчас мне кирпич забьет. Нет, пока не забил. Оп. Ну возьмите шлягу, блядь, это просто реально, блядь. Как так играть? Это пиздец. Просто шлягу могут взять. Чего за блядская игра? Пропусти, нет, жалко. Почти. Последний минут, у нас ровный счет, экшн. И, блин, опять я, зачем я вышел туда, надо было назад. Куда ты поехал, ну ебану в рот, блядь, ну чё за пиздец, чё за тропу, блядь. Как ты тут сразу двоим пиздюлей дал? Вот, ладно, хоть так, с дворца. Ого, у нас за 39 секунд я веду плюс один. О, экшн. Ай, не буду. Куда? Опа. Так, я выбросил, здесь пробросов нет. Куда ты пошел, Питер? Отдай Беку. Опа, это не гол. Что я сделал? А, куда давать? Ты заебался тоже, блядь, так играть и сейчас, блядь. Чё, я выиграл? Просто шабель, блядь, да. Всё, блядь. Поздравляю, Павлик. Ну, если честно, чё, в конце я чуть... Ну, это ладно. Ты меня это сделал по разнице, короче. Ага. Да, вот это я вот... Спасибо за игру, Павлик. Спасибо тебе за игру, это был экшен. Я, конечно, ни хрена все равно не понимаю толком в управлении, но я что-то примерно получилось. Интересно, там есть еще? Сэм, ну чё, я готов, если ты чё. Сейчас играем.